второй этап сквера за кинотеатром России, почему комбинат благоустройства или кто, на кому он передан на баланс, не ухаживают за ним? Ну, он заросший весь и все сломано. Все просто. Я сейчас не готов ответить, я не понимаю, что за вторая часть. Была первая часть, основная, которая идет до улицы Вокзальной, сделана в один год. На второй год, два года назад, был сдан маленький кусочек, который прилегает непосредственно за кинотеатром России. Вот этот кусок не ухаживается полностью, он зарос весь, хотя там ценные растения ставятся. Вот. И давайте протокол вопрос внесем, ответственный Степан, который принимает, министр, имеющий. И второй вопрос, когда все-таки у нас решение по кластеру 13-й школе будет? Элементы спортивные, когда они появятся? Радуется, радуется.